Из окна. Видишь ты? Территория для вас открыта. Можете передвигаться абсолютно свободно. В закрытую зону попадете после получения специального допуска. Вы на корабле. Я на корабле. Что вы видите? Что-то. Что-то огромное. Создать уникальную связь. Мы пробовали изолировать, но без нее жизненные показатели Вишнякова резко падают. Для нее он что-то вроде скафандра во враждебном мире. При этом существо дает феноменальные возможности к регенерации. Получив травму при приземлении, Вишняков восстановился всего за 2 дня. В скрытом состоянии паразит занимает не больше 30 сантиметров в длину, помещается в пищеводе и желудке, увеличивая диаметр полости примерно на 30%. Когда выходит, выделяет что-то вроде токсина, расслабляя мышцы Вишнякова и отключая сознание.